Всем привет, приехали на рыбалку, на чины. Экипаж у нас трое человек. Поедем на собаке. Планируем рыбачить 5 дней, жить на льду, автономно, с печками, с кроватями. Погода вот такая, ветерочек, ну тает все, как бы нормально. Сейчас парни переодеваются, я уже переоделся. Поедем. Ну, по слухам, ничего не клюет. Ну, как, поклевывает, но не так, как все хотят. То есть, надо будет найти его в камеру. Сначала найдем карася, сядем на карася, а потом половим, может быть, поищем судачка. Взяли морму, шмотали, опарыш красный-белый. Поедем на собачке. Вещей много, не знаю, как мы. То ли две ходки будет, то ли что. Короче, еще пока не думали. Вот. Я с таким прицепом. Ну, потому что, если бы с таким поехали, мы бы рыбу, которую хотим поймать, в каком-то объеме не увезем. У них битком. Вот, поэтому взял снегохода прицеп. Корыто взял. Сейчас парни переоденутся и поедем, короче, на рыбалку. Все, собираемся. Короче, вот, друзья, едем. Отъехали-то фигня. А еще ехать и ехать. Груженые. Три ходки, наверное, будет. Короче, вот так вот. Вот так с комфортом. Груженые до Талова. Погода, да? Всем привет. Вадик, привет всем передает. Скажи, как она называется? Рыбалка в Сибири. Рыбалка в Сибири. Рыбалка, охота, говорит. Ладно, поехали. Рыбалка. Сказали, охота, рыбалка, блядь. Хотел сказать. Ага. Короче, вот так вот. Нет, там нормально все. Все, да? Поехали. У тебя там пивас нормально или все? Нормально. Все, трогаем? Да. Ватиком разгрузили. Одну луку пробурил здесь. Сразу три карася подошло. Там пробурил дешурик. Чисто. Ну как, опустил, не кормили, ничего. А сразу рыба. Короче, карася сразу нашли. Ну, с парнем поговорил. У него стелс Витис тоже вот с Новосибирска. Он говорит, часа два, говорит, уже здесь. Одного только поймал, говорит, камера есть, все есть. Ну, сейчас будем пробовать. Погода теплая, снег мокрый стал. Короче, это. Сейчас пробурю еще три лунки. Так бы дно, конечно, от палатки поставить сразу, по нему пробурить. Но там у нас лучше. Ну, короче, сейчас посмотрим, что гадать. Погода обалденная. Легкий ветерок, наверное, до 5 метров, 5-6. Ну, не порывистый, нормальный. Разъяснилось, кстати. Вот. Короче, увидели трех карасей, забурились, закормились, и нет никого. С мужичками поговорил, но они за два дня полмешка все поймали. Полмешочка, средний карасик и два судачка у них. Он говорит, подходами ночью не берет. О, сейчас приедут парни, если все привезут. Поедем, наверное, с Вадимом, поищем все-таки, полосой пойдем, будем искать с камеры, конечно, это не дело, надо найти хотя бы, чтобы где-то крутился он, снег тает прямо на глазах, ну не тает, а мокрый становится, что тут такое, показалось, что шевельнуло. Вот так вот пока. Начало такое. В том году мы с Егором сразу шли-шли и нашли. И нашли. В том году пока. Ну, Егор завтра приедет.
Сегодня выезжают они с Болотного. Ну, наверное, ночью приедут, падут. Так что вот так вот, друзья. Конечно, все это интересно, но, блядь, нихера непонятно, блядь. Только и все. А так-то очень интересно. А номера какие? Ну там вот разные, 9500, да? 2-уровневые на 5 мест со своей зоной барбекю. Ага, ага. Два бассейна на территории, квадратный там, с подогревом. Сейчас столовую, кафешку делаем. Ну это в Яровом, прям на берегу, да, недалеко? Нет, прям в центре. А там какая эта зона близко? Вот это? Там 19, по-моему, да? А, ну по центру. По центру прям, лет, да? Ага. То есть, ну, скажу, до свидания. Все, хорошо. Ага. Все, Андрей. Все. Звоните или ссылку в WhatsApp мне. Ладно, ладно, ага. Вот в Яровом мужички, мужичка сдают. Ну, база, ретро-домики. Ну, короче. Ну, цены понятны. Ну, в любом случае, мужичок хоть нормальный. Бывает, через губу разговаривает. Тут все показал, рассказал. Лунки показал, какие ловчие. Там палатка стояла у них. За 2 дня 15 карасей. Я говорю, как так-то? Ну, говорит, а здесь, говорит, ловили весь день. Ну, вот я сюда сел, сейчас опустил камеру. А в камере карасямба стоит здоровый. Один причем. И все. Что-то много накрутил. И все, как бы. Ну, сейчас постоим здесь, посмотрим. Блин, хотелось бы уже палатку поставить. Разложиться нормально. Да уж. Не тут-то было. Квасок у меня. Квас пью. Пить охота. Тепло на улице. Ну, ветерочек такой, но он теплый. Комфортно. Но все равно застегиваешься, чтобы не дуло. На Буране Лифан стоит, наверное. Двадцаточка. Слышу, что-то завелся не как Буран. Конечно, вот такого можно возить. Ну, парень возит на рыбалку. Я не знаю, откуда, не стал спрашивать. Ах ты, поклевка, друзья, была. На черную мормышку. Ах ты, сука. Поклевка чебаковая. Мы там на ремонт или нет? Первая поклевочка чановская. Вот так вот. Друзья, можно отметить. Первый чановский карасик. Ну, такой мелковат, конечно. Но все равно на песку левее. И рыбка. Хорошо. Ну, по уверенней взял. Может, время. 6 часов. Наверное, завтра будем, где загнездимся уже. Палатки когда поставим уже. Ну, не знаю, сегодня у нас будет время, нет. Что-то я сомневаюсь. 6 часов, парней еще нету. Увезут ли все вещи, чтобы загнездиться. Либо придется здесь ночевать. Это будет запросто. Палатку-то не быстро, недолго, вернее, ставить. Что там ставить-то? Лунки наметил, пробурил, дно положил, выбрал место, что, все. Чтобы рыба была, самое главное. И была, и поклевывала.
Одночерную мормышку два раза уже клевала, а на глазок бело-желтый не хочет. Так что ждем. Начало положим, ну такое скудное начало. Хмарь какая-то пошла. Хмарь вечереет. Я второй. Вяло-вяло клюнул. Еле заметил. Думал, ветер. Качнул, а он тык, присел. Он присел такой, ну, покрупнее. Покрупнее попался. Мотыльницу не могу найти. Так, на лед кинул маленько. Ну, расквашивается, конечно. Вот так вот такой клев. Пока. Вот, друзья, чувствуется мастерство. Стол накрыт, тепло. Смотрите, какой сазанчик. Ну, килограмм, под килограмм. Килограммик. Ну, блин, зато он какой вкусный. Что, жахнул поди, да? Или нежно взял? Да, он нежно взял. А, нежненько, да? А что, как тащилось? Как сазан килограммовый, да? Как сазан, да? Не, ну, сопротивляется сильнее. Конечно. То есть это у вас этот фрикцион, да, сейчас это, пищал, да? Видишь, какая стоит. Шнур. Нет, шнур вон на той сейчас стоит. А это что? А, вообще 0,12, наверное. 0,18. Так что я ошибка его оттуда не выдирал. Ну, я слышу, катушка трещала, да? Да это... нет. А, нет, это. Еще до вас. А? До вас еще. Только пробурились, первую лунку сели. Да вы что? Два раза сыграл. Вот видишь, поставил, а вот он началось, видимо, у него. Прям вот какая, прям возле дна стоит мормышки, да? Нет. Ну, сантиметров 5, да, максимум? Да, да, да. Ага. Ну. Ну, короче, понятно. Все, конечно, очень интересно, но нихера не понятно. Вот здесь такая. Ну, она меняться будет. Нет, 3 там. Ночью ехал, у вас уже все черное, все понаставил. Ага. Красавцы, что? Но чуть-чуть им раз. Сейчас поклевочка была. Ты там потом тряпку мою вытащишь оттуда. Ну так-то что, конечно. Вон, друзья, 27 удочек ставишь, 13 карасей за день. Ну, вот. Поклади туда. О. В одной палатке сидишь 4 удочки. Во-во-во-во. Сошел. А мормышка мелкая, маленькая. Почаще на нее, да? На беленькая поди. Черненькая. Ну что, у меня на черную 2, на большую 1. Черная дробинка. Ну. Вторая партия приехала. Что-то не все еще привезли. Че, вы все привезли? Даже больше. Да ты че? Короче, 3 карася поймал. Я поехал обратно. И что? Не туда уехал? Нет, я все уехал, все нормально. Блядь, чувствую как-то, блядь, как будто это, что-то. Саней нету, нахуй. А, отстегнулись? Сука, блядь. Короче, проебался, гайка, нахуй, выкрутилась. Нахуй. Ну? Я хули развернулся, поехал. А ты нашел гайку? Ну, у меня болт, нахуй, другой, я, бля, замотал. Поехали в деревню сейчас, нахуй, там. Ну, мы спросили, взяли болты, нахуй, на всякий случай. Вадька, что ставить будем? Друзья, муторная тема такая. Палатку поставить и обсыпать. Неправильно поставили вообще. Фу, блин. Короче, пока обсыпешь. До свидания. Короче, такие дела. Пацаны рыбу еще ищут. Ну вот, мы сидим. Время. Сколько времени? Время, скажу. 10 минут 12. 23.08. Да, 23.08. Короче, на улице витрина.
палатку неправильно поставили. Лунка у меня под шконкой. Короче, у Вадика столько поклёв. А, у него утащила удочку. Сейчас посидели. Пришли, короче, здесь маленечко решили отметить выезд. Он говорит, пойдем сходим что-то. На чем мы пошли-то туда? За хлебом. За хлебом. И, короче, у него удочки нету. Хорошая удочка, нравится, ушла. Ну, это сазанчик, скорее всего. Вот, вот такая гирлянда. Это маме моей спасибо. Подсветка. Можно вообще дискотеку здесь включить. Нормально, да, хорошо. Короче, аккумулятор привез с собой, 65-й. Вот. И я 45-й. Да, и вот заряжаем все гаджеты, все. Все подошло, нормально, да? Вадик все взял, это прикуриватель. И все, я подсоединил, все подключил, все зарядил уже почти. Так что мы тут сидим. Ну, я кайфуем. Один в палатке, Вадик там с Виталькой вдвоем. Ну, Виталька уже спит, он вырубился тоже, что-то, ну, подустал пацан. Короче, какая фишка? Я поймал 5 карасей, ты? 2. 2. И удочку утащил, и утащил. Сколько у тебя еще было поклевок? Еще, мимо? Еще 3 схода. Ну, 3 схода там, один сход точно, а 2, ну, мимо, да? Нет, 2. А, прям сошли. 3 схода, да. Вот так вот, короче, блин, капец. Короче, вот так вот сидим мы здесь, все это сушится. Сегодня промокли, как бы в том плане, что двигались, очень тепло было, жарко. Две ходочки делали на одной собачке. Сколько тут? 13 километров, ну, да? Получилось. Это 15. Больше, ты что, больше? Ну, до берега себе. 11, Егор говорил. Ну, смотри. Мужик, не Егор говорил, мужик. Ну, груженым час 10 шел, да? Ну, это где-то примерно, где-то получается... Сейчас 10-15 километров в час, если... Ну, вот 15 километров получается. Да, 15 километров. 15 да, километров. 15 километров это получилось. Вот час. Хотя идет. Мужики сказали 18. Ну, ну может быть, 15, если можно, но... просто со снегоходом. Ну, короче, сидим, вот, разговариваем, просто по жизни разговариваем. Так, рыбалки болтаем, сало кушаем. Ничего не готовили, все устали, намаялись. Устали, правда, устали. Что-то, блин, намаялись, дорога тяжелая. Дальняя нафиг. Ну, дальняя, она не то, что тяжелая, асфальт-то нормальный, все как бы ровно. Просто дальняя она, вымытал. Они 700 ехали километров, я 370, вот и все. 730 у нас получилось. Ну, просто они с Кемерово. Так что вот. Сидим, рыбачим, ничего не клюет. Все, друзья. Друзья, товарищи, ну, блин, приглашаю вас, ну, приезжайте, блин, рыба есть. Да, надо ловить ее уметь. Да, ее просто даже в камеру не видно. Ну, короче, сидим. Да. Сейчас посидим маленько, спать ляжем, завтра поедем за судаком. Завтра. Судака поищем. Друзья, всем доброе утро. Проснулся только вообще. Сразу вот десяточек жарю. Саня, спасибо за яички. Короче, ночью вообще не клевал. Я поймал 2 штуки. Пацаны чуть подольше сидели, 3 поймали за ночь. Камеру пустили, рыбы нет. Сейчас завтракаем, поедем. Судака посмотрим, либо еще где-нибудь на удочке посидим. Ветер стих на улице. Пасмурно. Ну, что-нибудь уже надо ловить. Короче, капец вообще. Так что, вот такой завтрак из десятка на сальце. Собрались мы с Виталием на поиски рыбы. Сейчас поедем за судаком. Будет у меня первый опыт поездки на собаке. Ну, теорию знаю. На практике глянем. 2 штучки поймал, вот, пока яичницу готовил. Ой, готовил, пока ели, вернее. А кого вру, 2. Один сход, да, одного поймал. Все. Сейчас передвинемся, туда поедем. Там покормим. Судака хочу половить. Камеру взял. Сейчас заправим полный бак, чтобы не думать об этом. Набурили лунок с десяток. Закормили мормышем. Все, отцепил, видать? А? Отцепил? Отцепил. Ну, нормально на собачке двигаться. Не спеша. Я говорю, всегда лучше, чем пешком. Мужичком разговаривал. Вчера штук 20 поймал, сегодня 5 с утра судачков. Не очень, говорит. Здесь, говорит, в этом краю вообще нету. Не попалось. Ну, чем черт не шутит, попробуем. Ну, поставил с удачей 6, красный галстук.
Сейчас другую поставлю, которую я в том году ловил. Погода хорошая, тихо сегодня. Так, легкий ветерочек. Вообще легкий. Еще бы рыба клевала, было бы вообще волшебно. Ты мормыша засыпал? Ага. Везде? Да. Жарко в костюме едешь. Жарко прям. Сейчас камера потом посмотрим, может карась будет. Карася постополовим. Тут-то карася ловят мужики вон. Хорошо вчера ловили? У меня только махалка одна. Я их соберу, все равно они уже сюда рыбачить не пойдут. А где пробовали уже? Да мы вон под тем берегом сидим. На Перекопном? Ну. С той стороны или ну, с этой? С этой. С этой и что? Вообще ничего? Ну, 7 штук. С вчерашнего дня. Вчера? Ну, Сулочкова, а? Что это? О, карась. Карась? А, вы на карася, это вот так? Это я так, ну, судака. Поразвлекаться. Ну, просто в том году приезжали сюда-то куда. Он что, судака? А, я думал, вытаскивает. Чё? Сошёл! Виталь! Чё? Ничего-ничего. Я думал, сошёл, да, в лунке остался. Чё, бьёт нормально? Или подвисает? Ой, да по-всякому. Да. Знаешь, вчера вис угу. С утра, а потом это, вот этот полуторакилограммовый ебал хорошо. Угу. Ну, интересно, блесны не видать, этот земник вставил, блядь, и вытащил. Вообще не зацепленная была. Если бы разъявил бы, нахуй, сошел. Все, блядь. Короче, не брал. Я нашел в лунке плотву, окуня, пробурился, вот там одну плотвичку взял, чебака и два окуня. У Витальки две поклевки было, прозевал. Я сейчас вторую лунку пробурил, но шумел маленькая. Сейчас подойдет, может, сейчас по другим лункам пройдусь, пока здесь успокоится. Туда прошел с камеры, где мужики, там карася в камере просто немерено. Как бы переезжать не хотим, хотим и там палатки оставлять, сюда ездить на рыбалку. Тут что, 3 километра. Доехал, порыбачил с утра до вечера. А ты опять сбор, опять полдня. Как бы не очень охочется. Ну, Виталька первую рыбу за 2 дня взял. Хорошая плотва. Ну-ка покажи. О, очень вкусная, жареная, вяленая. Хорошая. Мужики луночки оставили нам. Садитесь. Я камеру опустил. Там карася немерено. Ну как немерено? Есть. Вот уже 2 поймал за 5 минут. Ну он что на белую мормышку поймал, что на черную. Как бы пока разницы не увидел. Там просто опарыш одел. Попробую просто на 2 красных опарыша. Чтоб мотылем не возиться, будет, не будет. Плевать. Не знаю, куда камера еще смотрит, не смотрел сегодня.
Виталька там остался плотву ловить. Ну, хорошая у него сумка, что-то как поперла. Сорога, да хорошая плотва, вернее. Я ему побудь, я здесь побуду. Карасиков-то тоже интереснее все-таки. Ну вот, посидел, наверное, минут 30-40. Там он еще один таким. Хороший карась, такой добрый. Не знаю, 60-й, наверное, 50-й. 50-й, наверное. На две удочки, на ту. Две поклевки было, одного поймал, но там самый маленький. Белая мормышка, черная. Маленькие мормышечки работают. И там чисто опарыш, вот на опарыше сработало. Так что можно на опарыш, красный только опарыш. Белый взяли, блин, ну какой-то вонючий жесть. У меня еще в руке лопнул. Там вонь такая, руки или отмыл вообще. Там ферри, давай быстрее. Жесть, еще перед едой думали сейчас кушать. Вчера, блин. Мало вонючий вообще какой-то. Ну вот не знаю, переехать что ли, блин, сюда тоже, как бы, мотаться. Лагерь-то недолго собрать. Что там так скидали бы? Сейчас прям будем думать. Я бы переехал. Тут поинтереснее, конечно. Что, мы там, считай, за сутки столько поймали. И карась вот крупнее. А тут и плотва, он с окунем. Пошел окунем, плотву и половил. Тут же судачка. То есть так разнорыбие интересное. Сейчас не знаю прям, как быть, как поступить правильно. Самое правильное, если там ничего, переехать, конечно. Там что-то вообще мне прям не нравится. Кисло как-то. Ох, на машине даже. Там снежики, все-все там. Приехали. Тоже на снежиках мотались, искали. Походу, мало где клюет. Промазнулись вон здесь. Ну, погода такая теплая. Ветер тепленький. Легкий ветерочек такой. И такая облачность. Клевала бы карась в перемешку с плотвой. Тоже интересно. Виталька там сидит, таскает. Потому что я не берусь, что-то он там постоянно двигается. Пойду сейчас попробую судака и поговорю заодно с ним. Это хороший кабанчик такой. Во! Приятный. Лапоть такой здоровый. Полотенце не взял так. Руки соплили все. Стояли, качнул просто. Бах, сразу взял. Ну то есть и играешь, берет. Пошевеливать надо, короче, в любом случае. Шевеливаешь, а то не шевелю. Ну, поклевочка аккуратная. Тихонько так шевельнул. Все.